Недавно было объявлено, что у выдающегося российского актера театра Александра Балуева диагностирован серьезный износ структур тазобедренного сустава. Состояние актера оценивается как запущенное. На такой стадии заболевания пациенты сталкиваются с проблемами не только при передвижении, но и во время сидения. Нередко боль усугубляется повышением температуры. Медики, проводившие диагностику, настоятельно рекомендуют провести операцию по замене сустава в максимально короткие сроки. В свете этих здоровьесберегающих мероприятий встает вопрос об отмене 4 предстоящих театральных представлений, в которых планировалось участие Балуева. Актер выразил уверенность в том, что его проблемы с суставом не помешают ему выполнять профессиональные задачи перед коллегами. Он признает, что период восстановления после операции может занять до 6 месяцев, что потребует от него временного отстранения от театральной деятельности.